Всем привет, Мальцева Наталья, лидер компании Avon. Хотела сегодня поделиться с вами таким большим заказиком по последнему 4-му каталогу. Он пришел. Вот такая огромная куча помад. Купила я специально под нее подставку. Вот так это все выглядит. Оттенки всякие разные. Здесь матовые помады. Они имеют такую более матовую текстуру самой упаковки. Элегантно очень выглядит, красиво. И помада ультра. Все это шло по акции. Матовая 259, ультра по 209 рублей. Я по ценам каталога имею в виду. Так, подставочка, она шла... Вот в такой коробке приходит подставка для помад. Я заказала две, потому что у меня в магазине еще много помад. Они всегда падают вечно. Поэтому очень удобно, когда они все вот так стоят, аккуратненько, красивенько. И клиентам показывать все это более удобно и красиво. Такие вот оттеночки. Попробую, конечно, вам сейчас их продемонстрировать. Вот это матовая помада. Немножко свет. Слишком у нас сегодня солнечно. Свет немножко как бы такой. Не очень. Но, по крайней мере, хотя бы немножко, чтобы вы представляли по оттенкам. Вот это очень красивый оттенок. Он прям матовый, красивый, нежный такой. Очень нежный. Подойдет любым. Пинк. Роуз пинк. Так, вот такой оттеночек. Вот мне кажется, из-за освещения кажется, что все они одинаковые. На самом деле, каждый по-своему красив. Так, может быть, я отдельное видео сниму по помадам конкретно, потому что у меня в магазине их много. И здесь их пришло много. Это тоже была матовая помада, оттеночек такой. По-быстренькому сейчас их попытаюсь показать. Коричневая. Темно-коричневая такая, прям капучино какая-то. Так. Такая. Нюдовая. Вот очень красивый оттенок, светлый, прям такой нежно-нежно-розовый. Очень красивый. Не знаю даже, как вам его показать, потому что освещение такое... Не очень. Так, вот этот вот женщинам подойдет. Вот я бы маме, допустим, такую или крестной подарила. Очень красивый оттенок. Это помада Ультра. О, вон какой винный, темный, прям такой насыщенный, багряный, бордовый такой. Так, вот этот более такой... Нежно-нежно-розовенький. Я потом отдельное видео все-таки сниму по помадам, покажу свотчи, покажу более подробно это все, потому что так это как бы наспех. И не очень свет, я говорю, дает возможность отобразить всю красоту самих оттенков. Положи ручку, пока я потом приду. Вот этот очень красивый тоже цвет, прям очень. Не знаю, видно вам или нет. Так. Такой. И вот такой. С помадами закончили. Вот так вот выглядит вот эта вот упаковочка. Здесь, по-моему, на 25 штук рассчитана. Ну, она стоит 399 рублей для представителей, но она очень удобная. И вы сами видели, как это все прекрасно выглядит. Выглядит в плане помад. Прям в восторге я от комплектов новой бижутерии. Взяла я ее по фокусу, было предложение, чем больше берете, как говорится, тем дешевле получается. То есть там получилось от двух штук по 150 рублей они получились, по 149 даже. Но они настолько красивые, они в каталоге смотрятся вообще не так. То есть на самом деле я обалдела, мне очень понравилось. Они вот такие элегантные, красивые, все такие блестящие, очень красивые. И каждый подписан. Вот этот аметист, вот такой. Так, вот этот вот роуз, прям такой, они нежненькие, очень красивые, прям и смотрятся более дорого, чем в каталоге. Вот в каталоге как-то они мне не очень понравились, я поэтому не сильно-то и заказывала. Кристалл очень красивый, такой беленький, прям вообще классный. И я прям пожалела, что я заказала, там регулируется цепочка, естественно. Пожалела, что заказала, так мало пришли, они вот в таких вот пакетиках. Еще у меня повторные уже идут. Так, кристалл. Очень красивый, элегантный. По 150 рублей, девочки, получилось. Обалденные вот такие украшения. Так, это блю циркон какой-то.
Прям вообще, прям я в них влюбилась, не могу. Аквамарин, мне безумно понравился вот этот аквамарин. Я их два заказала на продажу. Очень красивые. Я поэтому в каталоге, наверное, еще закажу, потому что реально очень понравились. И вот, ну, вот такие вот нежненькие оттеночки красивые. Это Light Amethyst. Сверкают все, переливаются. Прям безумно красивые. Не знаю, видно вам это или нет. Дальше. Наборчик. Так, нет, сережечки вот такие в виде звездочек. Мне было интересно, сейчас модно, чтобы вот так, ну, как бы здесь как в ухо вставляется, а здесь уже мочку обволакивает. И там это все регулируется, то есть ты можешь на именно на длину мочки рассчитывать. Ну, как бы они попроще, конечно, выглядят по сравнению с теми комплектами, но тоже интересненько. Взяла я одну штуку, они стоили 199 рублей. Дальше идем. Вот такой комплект. Сейчас найду сережки от него. Сережки, вот. Вот такой комплектик. Это получается цепочка. Не знаю, как поближе показать, чтобы вы видели, что здесь переплетение идет. Вот такое. Это браслетик. А это сережки. То есть итого комплектик 499 рублей получился по акции, что берешь товар на определенных страницах и получаешь как бы за 499 рублей вот такой интересный комплектик. Распечатывать я его не буду. Ирочка, отойди, пожалуйста, на кухню. Распечатывать я его не буду показывать, потому что это все-таки на продажу. Но вот так он выглядит. Еще мне нравились в распродажах, шли для представителей вот такие наборчики. Они шли по 199 рублей. Такой я себе уже оставила. Так, есть еще зелененький, вот такой красивый. Их разобрали у меня сразу, они были темно-фиолетовые, зеленые, светло-розовые, то есть беленькие. Вообще очень красивые комплектики, вот так на подарок, на 8 марта куда-то одеть. Быстренько. Так, сейчас я вам покажу. По-моему, какой-то еще там был. А, ну это опять зелененький, да. Это опять зелененький. Карандаши. Карандаши достались тоже по акции. Была акция, что приобретение туши за 299 рублей длина и питание. Мне она безумно нравится, потому что она содержит органовое кокосовое масло. Она питает ресницы, удлиняет их, делает их более длинными и в то же время питает. Это очень классная тушь, мне она понравилась. И была акция, что при покупке этой туши вы можете получить за 30 рублей карандаш, ну, либо еще что-то там выбрать. Я выбрала карандаши. Оттенок вот такой, темная ночь, по-моему, какой-то темно-синий. Вот так он выглядит. Они должны идти с небольшим блесточком. Но я как бы ожидала, что вот этот оттенок будет интереснее. Еще должен прийти ярко-синий такой. И вот этот изумрудный. Вот так вот он выглядит. Такие оттеночки. Вообще, по четвертому каталогу было очень много выгодных предложений в плане парфюма. Я взяла Amor за 529 рублей по фокусу. По фокусу, вы знаете, мы можем брать какие-то интересные, такие минус 40%, то есть идут на первых страничках фокуса на парфюм, на какие-то там тональные средства, на помады бывает. Вот я взяла Amor за 529. Incandescent шел 40% скидкой обязательно, как же без него, потому что его все любят и берут до сих пор. Его я взяла. На страницах каталога была акция при покупке двух. Они стоят дешевле, то есть по 369 получились, ну, по ценам каталога, я имею в виду, пурбланки. Пурбланка классическая, пурбланка элегант. Люблю я больше голубенькую, мне нравится, она более приятна для меня, голубенькая. Но спрашивают и белую, то есть все любят пурбланку, классика, классика жива. А еще был вот такой набор, я не помню, как он назывался, надо в накладной смотреть. Он шел чисто для представителей как-то в онлайн-режиме или как-то, я не... А, набор богиня, вот я вспомнила, набор богиня. Вышел он за 899 рублей, то есть в него входила туалетная парфюмированная вода Incandescence, вот такой гель для умывания антивозрастной, очень мне нравится, я уже такой свой использовала, и мне нравится, что он не просто очищает, выполняет функции очищения, там увлажнения, а именно еще для... Ну, против появления мимических морщин, то есть мелкие морщинки как бы разглаживает, то есть он еще такой от 30 лет получается. И тушь еще к нему,
к этому набору была объем и разделение. То есть, представляете, такой набор, вот недаром его назвали Бонини, то есть божественный набор за 899 рублей, если учитывать, что один только парфюм вот этот в такую цену стоит обычно в каталоге, а тут прям набор из трех средств за 899 рублей. Очень отличное предложение, взяла я два таких наборчика. Так, да, вот у меня много-много теперь инкандесенс. Вот так вот это все выглядит. Много-много инкандесенс. Дальше. Парфюм Пур. Свежий такой нежненький аромат, как свежесть хлопка. Очень приятный, такой нежный, потому что, я говорю, клиенты спрашивают, сладкие, может быть, им как-то надоели, они в последнее время почему-то спрашивают, вот именно свежий, такой нейтральный, такой запах на весну. Вот мне кажется, на весну он очень подойдет. На лето, на весну. То есть летом в жару не хочется таким сильным каким-то ядреным духариться, а именно... Вот этот легкий аромат Pur Blanc, либо Pur, похожий на него, вот они подойдут на весну-лето. Тоже по акции 369 рублей получились они. Так. Маск. Soft Mask, конечно же, любимая всеми. Ванилька. Тоже две штучки взяла. 369 рублей каждая получилась. Так, еще Pur Blanc, опять же. Ну, потому что, как бы спрашивают, у меня... Тоже по одному экземпляру в магазине осталось, а ее берут хорошо. Поэтому я с запасом по акции решила взять, поскольку такое выгодное очень предложение было. Так, за 299 рублей была малюсенькая такая водичка Incandescence, маленькая. Их тоже хорошо разбирают. Мне нравится вот такой формат. Его удобно носить в сумочке с собой, брать, подарить кому-то. Пошел в гости, подарил либо там на 8 марта, либо на день рождения. Недорого стоит, но при этом приятно и красиво. Колготки. Колготки я уже брала в Эйвоне, мне понравились, но я не помню, брала я четверку или пятерку, поэтому сейчас я посмотрю по размеру. Это плотные матовые колготки с заниженной талией. Линия Флирт 40 ден. Вообще мне они понравились по качеству, и стоят они всего лишь 199 рублей. То есть как бы вот так вот они примерно выглядят. Такие вот тоненькие. Материал приятный, гладенький. Вот, это уже третьи колготки в Эйвоне я беру, и просто я раньше как-то брала в магазинах, а потом думаю, зачем я буду брать в магазинах кому-то приносить прибыль, когда у меня есть замечательные колготки, и вообще одежда в Эйвоне, и сумочки, и бижутерия, и так далее. Зачем я буду покупать это у кого-то, когда я могу купить это прямо у себя в магазине. Вот, поэтому я прям померю скоро эти колготочки, мне они очень нравятся. Так, колготки... Little Black Dress. Он шел по акции 4-го каталога за 499 рублей при покупке продуктов с определенных страниц. Но тут я вообще прогадала. То есть один он у меня получился действительно по такой цене. Так, за 499 рублей. А второй, видимо, я не из тех страниц заказала, и получилось, что у меня второй вышел за 1400, что-то в этом роде. Но со скидкой с моей он получился за 800. Вот здесь вот я прям разочаровалась, конечно, и огорчилась, что мне он так дорого достался. Ну, что делать? Нужно просто внимательнее смотреть в следующий раз, когда оформляешь заказ. Правильные ли ты страницы добавила? И в конце смотреть именно конкретную сумму уже с учетом скидки. Такая она получилась или нет, по той цене идет этот парфюм или нет. Поэтому я в следующий раз, конечно же, буду проверять обязательно. Так, или джентльмен тоже шел по такой же акции 499 рублей, то есть при заказе с определенных страниц. С ним мне больше повезло, он действительно оказался по 499. Так. По фокусу, опять же, вот такие было предложения следующего каталога. Это BB крем антивозрастной. Его уже брали у меня. Это Extra Light, то есть самый легкий такой, самый светлый оттенок. Его у меня уже брали, я имею в виду именно антивозрастной BB. И прям понравилось. Понравилось, женщина приходила еще, брала повторно. Поэтому по фокусу они шли по скидочке. 219, по-моему, рублей. То есть очень дешевая цена для такого, для серии вообще, для вот этой. Вот. В следующем каталоге, в пятом, они уже будут, конечно, по более дорогой цене. Взяла две штучки. Так, что-то у меня тут падает уже. Конечно же, не могла я пройти мимо
мимо нашей знаменитой, которую рекламируют уже по всем каналам, туши. Новинки 5-го каталога. Это тушь ультраобъем. Мне она очень понравилась. У нее отличная кисточка. Взяла я их, получается, 5 штук по фокусу. Ну, получается, я на маму взяла, на себя, на мужа. То есть там же можно делать только по одному, заказывать из фокуса. Вот я схитрила так немножко и взяла на каждого человека по одной туши. Получилось вот столько ее много. Даже еще там у меня в коробке лежит, не буду все доставать. Мне очень понравилась ее кисточка. Я уже ее пробовала. Так, вот такая она красивая, элегантная. Понравилась ее кисточка. Она не силиконовая. Да что ж ты будешь делать? У меня все книжки падают. Она не силиконовая, вот такая. Объемная, волосяная. Она разделяет отлично ресницы. Не нужно пользоваться иголочкой. Я даже фоткала, как я выгляжу с этой тушью. Так вот, кисточка мне прям очень сильно нравится. Не все любят силиконовые, не все любят большие, такие как в Супершок. Поэтому вот эта кисточка подойдет многим, я думаю. Потому что она прям волосяная такая и объем разделения дает. Отличный объем. На уровне... Вот я попробовала, и на один глаз у меня буржуа была тушь, на второй глаз вот это. Ничем вообще не отличается. То есть уровень буржуа, уровень пупы. Вот для меня лично. Не знаю, как на других ресницах, но для меня это тот же уровень. То есть отличная, супер объемная, классная тушь, которая прям прочесывает каждую ресничку. Она прям реально расчесывает их. То есть не нужно даже иголку применять. Она реально их прям расчесывает. Я очень-очень ей довольна. Так, надо как-то вот так поставить. Конечно, не могла я обойти и новинки. Моря Греции. Вот такие наборчики я себе взяла. Разглаживающая маска, пленка и шлифующий скраб. Обожаю шлифующие именно скрабы. Запах у них приятный, морской. Вчера я попробовала вот эту новиночку, разглаживающую маску, специально, чтобы знать, что вам рассказать о ней, девочки. Во-первых, я вообще противница масок, пленок. То есть, не знаю, у меня как-то с ними не получается дружить, потому что мне очень сложно их снимать. И я вообще ими принципиально никогда не пользовалась. Вот я знаю, что я потом буду ее снимать полчаса, отдирать с лица. Поэтому я как бы ей не пользовалась. Но решила попробовать, потому что надо как-то отзыв оставить о ней, раз новинка. И меня удивило то, что я нанесла ее, она, получается, на лице засохла так, что я не могла не улыбнуться, то есть она такой лифтинг сделала, как после какой-то пластики, суперпластики. Вот реально я не могла не улыбнуться, ничего, и я очень легко ее сняла, вот это мне очень понравилось. То есть вообще в одно касание, в одно движение у меня снялась она очень быстро. Ну, единственное, осталось там на щеках где-то, там, где волосы, то есть там немножко, чуть-чуть. А остальное все прям равномерно, классно снялось. Понравилось, кожа гладкая, сияющая, более такая насыщенная энергией, как бы наполненная. Как вот посвежевшая после отдыха, действительно, где-нибудь в Греции. Поэтому рекомендую масочку, понравилось, все здорово снимается. Вот, и серия, в принципе, красивая такая, хорошая. У меня ее много. Так, это первая партия. Вторая партия. В общем, много тут у меня этих скрабов. Опять моря Греции. Очень-очень много. Целая коробка. Опять моря Греции. Все будет сейчас заставлено. Так, тушь опять же. Еще парочка этих тушей. Моря Греции. Дальше. Так, Париж я взяла гель. Он не шел по акции, но его любят, его хорошо берут. Я его взяла, потому что он закончился уже в магазине. Поэтому я со спокойной душой. Я знаю этот гель, я знаю, как он хорошо продается. Поэтому я всегда его беру со спокойной душой. Я знаю, что он продастся очень быстро. Поэтому я даже не задумываюсь, его беру точно так же, как и Венецию. То есть вот два таких хита продаж, которые я всегда беру стабильно, когда они заканчиваются. Я знаю, что они всегда обязательно продадутся. Новинка. Пена для ванн с ароматом весенних цветов. Приятный аромат. Уже в каталоге 5-м я его ощутила, так сказать. Вот. И у меня уже тоже 3 штучки где-то таких пены в наличии есть по фокусу. Акция была отличная на детские средства. При покупке 3 каждый из них выходил по 89 рублей.
Во-первых, детские хорошо берут. Во-вторых, я взяла именно те такие позиции, которые самые продаваемые. Это вот мой любимый с ароматом лаванды. Мне он очень нравится. Я деток тоже пенку вот эту делаю. Вот этот шампунчик мне нравится, как пахнет. Ой, гель точнее. Ну и слива у меня в последнее время, шампунь слива именно берут. Ну, если даже не продастся, детям оставлю. У меня двое детей, поэтому я вообще за это спокойна. Так. И что там дальше у нас? Пена с ароматом орхидеи. Малина шла она по 109 рублей по каталогу. Да что ж ты будешь делать-то? Открывайся уже. Безумно вкусно пахнет. Не все, кстати, покупают такой объем. Кажется, им маленький такой. Но вот я как бы не очень редко моюсь пенами, поэтому для меня это вполне бы хватило такой, именно такого формата небольшого. Но запах у нее потрясающий, очень вкусный. Просто безумный. Так, и автозагар, точнее масло для усиления загара. 199 рублей было, я не помню, где оно было. Либо по фокусу, либо оно шло в распродаже онлайн. Вот где прям самые такие скидки, когда мы заканчиваем заказы, там у нас вылазит такое максимальные скидки. Вот масло для усиления загара. Впереди лето, и сейчас люди как бы начинают, уже скоро начнут в солярий ходить, поэтому вот я думаю, что будут брать. 199 рублей оно шло по акции, а вообще в каталоге оно всегда идет дороже, вы сами это знаете. Сегодня идет еще 4 коробочки. Как только придет, я обязательно сниму про них видео. А пока спасибо за то, что смотрели это.